Привет всем! Если вы помните, в прошлый раз меня убили, поэтому сегодня мы загрузим последнее сохранение, не знаю, где меня выкинут, и начнем проходить дальше. А, вообще замечательно. Только в этот раз я буду немножко похитрее. И опять пойду их убивать. Только постараюсь не спалиться. И опять я спалился. Патроны кончаются. Вот это плохо, что патроны кончаются. Очень плохо. Мне действительно нечего стрелять. Меня спалили, мне нужно убегать. В общем, глупый я глупый. Боже, кто меня тут находит? Я тебе сейчас попаду, ты непутевый. Готов. Готов. Ого, ого. Не попал. Черт возьми. Это плохо, это очень плохо. Так, ну, я уже успокоился. Значит, мы сейчас застрелим этого. Очень-очень плохо, что я так бездумно потратил кучу патронов. Мне очень жалко. Поэтому знаете что? Я, наверное, пойду сначала обыщу. Так, здесь кто-то еще есть. Здесь кто-то есть. Ничего не найдено. Как это меня радует. У меня патронов нету, стрелять нечем, а у него ничего не найдено. Вот негодяй. Ладно, давайте убежим пока. Так, о. А, нет, здесь мы были. Все-таки снайпером быть очень и очень тяжело. Ползают тут всякие. Так. Отлично. Знаете что? Я себя хочу немножко подлечить. Если честно, я в печали, что я не могу найти патроны для... Ничего не найдено. Боже, а! Как же я теперь смогу тихо убивать моих врагов? Стоп, кто? Где? Опять меня запалили. А где этот козел? Где он, наверху? Воу. Боже, сколько вас здесь?
Ну, умирай. Убивайся. Готов. Так, теперь, я так понимаю, можно пробежать сюда. Убить тебя. Правильно, не кричи. Так, кто-то опять бежит сюда. Он меня не заметил, или он от меня прятается? Ага, они меня заметили. И как вам, классно стрелять по коробкам? Ну, выгляните. Голова. Еще одна голова. Непутевая. Знаете, если честно, я расстроен. Очень расстроен. Такую шумиху поднял из ничего. Ого, ого-го. Нужно найти патроны. Знаете, они все стали так друг к другу близко. Может, если я кину гранату, они все взорвутся? Знаете, я передумал кидать гранату, только я не знаю, как это сделать. А-а-а! Круто, я взорвал гранатой, значит, меня никто не нашел. Логика просто фантастика. Просто супер. Вообще, мне это очень нравится. Начну-ка я вас стрелять. Потому что, если честно, вы мне уже надоели. Где? Кто? Ты меня не видел. Я тебя не знаю. Кто? Ты меня назвал? Ты. Козлина тупая. Лезь обратно. Умри, негодный. Кстати, знаете, полезно было залезть сюда, потому что я наконец-то пополнил боезапас. Так. А что мы здесь найдем? Здесь мы ничего не найдем, но хотя бы сейчас скроемся, чтобы нас не искали. Так, смена позиции, отлично. Так. Что у нас с заданиями? Артиллерию. Все, надоело мне бегать, давайте теперь уже и делом займемся. Опа. Перепрыгнули. Так, давайте слезем. Кстати, сколько у меня сейчас патронов? А, отлично. Я так и не нашел патроны. Ладно. Значит, будем обыскивать трупы. Ничего не найдено. Досадно. Так, 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 так. Ой-ой-ой, не падай. Или ладно, падай. Все равно патроны надо искать.
Что у тебя? Да, плюс 4 патрона. Замечательно. Опа, интересная штука. Граната. Граната. Так, здесь куда-то можно вылезти. Ага, я совсем рядом с артиллерией. А-а-а, вот она, артиллерия. И что мне с ней нужно сделать? Мне нужно вывести из строя. Это все очень круто. Как мне это сделать? Хм. Уничтожьте артиллерию. Ладно. Будем импровизировать. Давайте что ли бросим гранат. О, динамит. Интересно, меня не убьет, если я отсюда по нему выстрелю? О боже! Это я так полетел? Я сам себя убил? Вот черт. Ребята, я лох последний. Мне их заново нужно мочить. А-а-а, я не хочу. Черт, а как его уничтожить? А я лягу, пролягу. И тебя застрелю. Нет, тебя пока не застрелю. Так, нет, я, наверное, подожду, когда сюда еще один залезет. А он сюда не залезет. Ладно. Раз. Почти сальто сделал. Где еще один? Ух ты, меня даже в звании повысили. А где еще один? Вот он. Голова бестолковая твоя. Все. Больше их не осталось. Давайте пополним боезапас. Знаете, что самое печальное? Мне только что послышалось, что кто-то еще бормотал. Ну да и ладно. Еще подзарядимся. Давайте найдем все-таки патроны для Велрода. Стэн, а что у меня с Велродом? Патроны кончаются. Патроны кончаются, значит, надо искать. Давайте сначала обыщем трупы. Так, один здесь. О! И все равно нет патронов. Вот досада. Кстати, ребят, я кое-что увидел. Так. Ну, у тебя должны быть патроны для Велрода. Да. И я, кажется, нашел записку. Письма из дома. Дорогой Эрнст, в газетах полно новостей об Африканском фронте. Мы гордимся тем, что ты вносишь свой скромный вклад в дело Рейха.
Старая фрау Эрлих очень хвалила генерала фельдмаршала Рамиля и наших замечательных мальчиков. Твоя мать просто светилась от счастья. Она передает привет и просит вас от имени задать аналогичным англичанам хорошую трепку. Твой любящий отец. Отлично. Даже письмецо нашли. Так, давайте возьмем еще одну гранату. Ох, с какой же высоты ты упал. Знаете что, я боюсь здесь стрелять. Потому что гахнет капитально. Но с другой стороны, а как подорвать вот эту всю штуку? А если я кину гранату, оно сделает или нет? Вот, у меня целых 3 гранаты, не жалко. О, да. Я надеюсь, я остался жив. Да, я остался жив. Сразу сохранюсь. Потому что это такая печаль будет, если меня сейчас убьют. Так, отлично, сохранились. Теперь, как я понимаю, нам нужно идти куда-то сюда. Но это не все. Ну, это понятно, что это не все, но один готов. Теперь бы следующие найти. Так, опять через пещерку. Оп. Давайте залезем на крышу и с крыши их всех перегасим. Так, ясно, он не здесь. Оп. Deve essere qui da qualche parte. Ага. Именно. Тебе показалось, ты никого не видел. Так, еще один здесь мальчик стоит. Еще один там. Готов. Так, куда-то здесь пошел один. Но до того сильно далеко, поэтому сначала я, наверное, все-таки убью этого товарища. Так, ты меня не видишь? Готов. Cosa è stato? Все хорошо. Стой молча. Или сюда подойди. Ой. Ой. Мало патронов. Сейчас будем собирать. А что делать? Растяжка. Шикарно. Мы нашли растяжку. А ты нам что расскажешь? Грант. Отлично. У-ху. Ой, как ты распластался. Вот зачем мне гранаты? Мне патроны надо. Хотя граната это тоже нужная вещь. Так, ладно, нужно свериться с картой, куда идти. Мне нужно сюда и сюда. Я здесь, здесь, здесь. А что вот это такое? Это какие-то чекпоинты? Кто, где?
Так, я правильно иду? Так, вперед и сбоку. Что это такое? Так, где оно именно? Ага, я на правильном пути. Что это такое? Почему оно на карте так отмечено? Тут же вроде ничего нет. Может, здесь что-то на крыше есть? А-а-а, я понял, это снайперские позиции. Ну что ж, давайте хотя бы ее откроем, чтобы нам засчитало задание. Вау, тут даже кто-то есть. И где ты там галдел? Ой. Ладно, пойдемте все-таки выполнять задание. Так, 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 так. Здесь где-то можно пройти? Нет, мне придется идти прямо. Мне придется идти прямо, и мне придется идти далеко прямо. Поэтому давайте, дорогие друзья, я на этом закончу данную серию. Сохраню игру и закончу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И скоро вы увидите новые серии Снайпер Элит 3. Всего хорошего, пока.